затрудняю себе представить, что настанут дни, когда ты будешь уже не милым Кокой, а почтенным Николаем Львовичем Кекшином. Однако, коль все же представляю, в моем воображении рисуется седой авантажный господин, восседающий в глубоком вольтеровском кресле. А подле стрекочут и кружатся многочисленные дети и внуки его, то есть твои. Но моей фантазии не достает вообразить себе ту, которая будет восседать рядом с тобой. Я лишь вижу подголовник ее кресла, обтянутый тонким кружевом, и маленькую скамеечку, обитую лиловым бархатом у ее ног. Но кто она? Однако, кто бы она ни была, я благословляю ее. Пусть достойна и счастлива идет она по жизни, опираясь о твою твердую руку. Я же всю жизнь буду помнить нежность этой руки. Когда ты, помнишь, выпустил лотом мотылька, потом вдруг коснулся моих волос и оставил на них белый след пыльцы. Мой маленький Пьеро, сказал ты мне, и мы стали говорить об Локе, о том, что актеров, разыгрывающих его балаганчик, надо гримировать пыльцой бабочек и цветов. Боже, как красиво ты говорил тогда, милый Кока, и как славно мы молчали потом. Казалось, мы прожили тогда целую жизнь, и пыльца на моих волосах превратилась в настоящую седину. Обнимаю тебя, мой ангел. Мне так много хочется тебе прочесть, сказать, рассказать. Хорошо, что ты и так все знаешь. Твоя Лиза. Это было здесь в июле. Мотылек запутался в занавеске, я освободил его и выпустил в это окно. Но мотылек не взлетел в небеса, он упал на клумбу, подергался и замер. Слишком много пыльцы осталось на моих пальцах. Пыльца на пальцах. Я ей так ничего и не сказал о гибели мотылька и даже сделал вид, что провожаю его полет глазами. Ну разве мог я ей признаться, что погубил божью тварь? Ох, и страшно жить на белом свете, господа. Раньше здесь, в этой комнате, в укромном месте в буфете, стоял графинчик с водочкой, и мы по одному отлучались в эту комнату и прикладывались к рюмочке для храбрости. Сами запасали графинчики, сами потом тайно отлучались. Милый Кока, вчера в 2:00 приехала домой. Меня не ждали. Думали, что я не приеду раньше четверга. Нет, пятницы. По дороге так скучно было, такая тоска напала, что я вздремнула и проспала 4 часа. Приехала сюда, еще большая тоска напала, так что я скоро отсюда удеру. Пока. Всяких благ тебе и вашим. До свидания. Твоя Лиза. Каждое лето нас разлучали каникулы. Я ехал к себе в Нижегородскую, она сюда. И мы лишь переписывались. Но где вы нашли эти письма? Шкатулка. На дне сундука. Чудо! Это чудо! Послано в Москву. Нынче молодые люди на лето уезжают от родителей. А мы, напротив, лето для батюшки с матушкой, для их радости и утех. Но расставаться с друзьями, с любимыми, я проклинал лето. Меня мучает, что я не поцеловала тебя последний разочек в вокзале. Вот всю дорогу об этом думала. Николай! Скоро увидимся. Николай Львович. У вас шикарный головной убор.
О да, Эцхер фирма, европейский фасон. Сегодня я хочу выглядеть элегантным. И всегда мечтала, что сгораем, догорим мы вместе ты и я, что дано в объятиях, умирая, увидать блаженные края. Браво, браво. Бог, так сейчас не пишут. Так сейчас не любят. Вы не подумайте, нам тоже трудно было решиться на меха и бриллианты. Но подари даме колечко, это же пропасть удовольствия. Это платье тоже подарок. Я купил его на Кузнецком в магазине Коше. Сколько искр было в глазах у Лизы, когда я раскрыл коробку. А я сама себе всегда покупаю. И кольца, и брошки. В табачном киоске. Там дешевый. Зато можно часто менять. Вот. Брошку с Есениным недавно выпустили. Рубль 97. Мой любимый поэт. Оно было выставлено в витрине на Кузнецком. И очень мне понравилось. К нему полагалась еще такая манчилия. Я отдал все, что у меня было, и с картонкой шел пешком через всю Москву. Но извозчика уже ничего не осталось. Сейчас любят, чтобы вместе жить, а не для того, чтобы вместе умереть. Кокоша, мой милый, умница ты моя. Чувствую себя недурно. И погода великолепная. Но вчера была буря, дождь ломала деревья. Тебе бы пошла шляпа, Николай Львович. Нет. Я человек кепи. Я как-то давно для себя решил. Я человек кепи. Ты ошибся, ты человек шляпы. Я все продавал, от всего избавлялся. Но эту шляпу европейский фасон нет. Обшил коробку вершковиной и возил за собой повсюду. Так что, извините, дать примерить не могу-с. Хороший почерк. Я все понимаю. Я часто одеваю подаренное тобой платье. Сажусь к столу. Открываю шкатулку с твоими письмами и читаю их одно за другим. Я слышу твой голос, вижу блеск твоих глаз, моего лица касается твое дыхание, и грусть моя тает, улетучивается, словно облако под порывом свежего ветра. Пиши мне чаще. Твоя, твоя Лиза. Твой Кока. О, посмотрите, какой перстень у нашего павшего. Считайте, пальчик тыщенку стоит. Ой, давай два натуральные величины, позолоченные. Целиком. Как очень полюбить иметь право золотить. У меня одно время обручальное кольцо было. Я им пиво открывал. Ты любишь пиво? Потом она сегодня с перстнем и гантом, мне право отдохнуть. Ой, я тут платье чуть не порвала. Тут ведь гвоздь есть в стене. Где этот негодяй? А чуть повыше. Ага, попался. Это делается так. Николай Львович. А, я хочу, чтобы вы видели. Да-да. Тут все дело в резкости. Надо резко. Вы видите этот гвоздь? Вижу. Резко. Хысь! Николай Львович, это настоящий барсалин? Браво. Я давно не носил шляпу. Я хочу в ней быть. Николай Львович, вы гость, к вам никаких претензий, если я вас обидел, извините. Самая настоящая. Я все продавал, от всего избавлялся, но барсалину никогда. Обшил коробку мешковиной и возил за собой повсюду. Но надел только сейчас, чтобы явиться сюда элегантным. Простите, а вы, собственно, кто?
Я инженер. Да. Николай Львович. А? Этот трюк я посвящаю вам. Да-да, спасибо. Вам хорошо видно? Я готов. Повторяю, дело решает резкость. Надо резко, резко. Христ! Этот портрет я нашел на чердаке. Чем-то она похожа на Надю. Платьем. Валюша, расскажи нам про своего мужа. Что? Как жили, почему разошлись, ну вообще. Петушок, это мое слово. Вообще. Нет, я спрашиваю, что? Ну не хочешь, не рассказывай. Если я одинока, если мне за 40, со мной можно как угодно. Я задал вопрос. Ах, Петушок. Лиза! Лизонька! Такой я ее помню. Христос воскресе! Моя милая и дорогая Лизонька. Сердечно поздравляю тебя с высокоторжественным праздником Светлого Христового Воскресения. И крепко-крепко целую, желаю здоровья и счастья, а себе скорейшей встречи с тобой. Давай, друг мой милый, выпьем за наше здоровье и наше будущее счастье. Будем веселы. Просимой карточки выслать не могу, потому что в Севастополе еще не снимался. Горячо любящий тебя твой Кока. 9 мая 1916 года. Кока! Милый! Поздравляю тебя с Рождеством Христовым! Боже! Как мне тоскливо в эти дни! Какой праздник! Светлые надежды, а тебя вот нет рядом. Ты знаешь, я сегодня целый день буду писать тебе письмо. Вот сейчас утро. Я не знаю, что с собой делать, когда я свободно болит голова. Вчера, до самой ночи, раскладывала пасьянсы, пока не получилось. Сейчас проснулась, на столе лежат 4 туза. Это все ты. Ты крести, ты бубны, ты пики, ты червонный туз, красное сердечко. А знаешь, я твои письма целую, когда получаю. Не все, но иногда так охватит, что хоть письмо поцелую. Я глупая. Милый, милый Кока. Снова села за письмо. Вот позавтракала, ушла к себе и пишу. Мы вчера договорились с тетей Люлей ехать к Троице, там погулять, подышать свежим воздухом, покататься, а на другой день вернуться. Но! Тетка немного не старалась, и поэтому поездка расстроилась. Но все-таки мы сели в сани и поехали все с Вятской тут близко, там. Ехали шагом, любовались на снежную пелену и на елке. Я была рада проехаться, Дусик мой. Как твое самочувствие? Как живешь? Боже, какое бы это было большое счастье. Жить с тобой здесь, в нашем доме. Жить и любить друг друга. А мы живем только в мечтах. Будем ждать. Целую тебя крепко, и твой затылочек тоже. Елизавета твоя первая и единственная. Приняла за письмо моему Коке. Мы уже отобедали. За столом у нас было прикурьезное семейство. Мы бы с тобой похохотали. Мамаша, две дочки, три щетки, близнецы и сын, окончивший духовную семинарию и идущий в университет. Это семья священника Филимонова. Все типы точно из прошлого столетия. Целое представление. А что у тебя? Как ты там? Что? А?
больным глазком. Ты ровно ничего не пишешь о своем здоровье. Ты не хочешь, чтобы я беспокоилась о тебе? Нет уж. Думай, что хочешь, а мне больше пиши о себе, чтобы я чувствовала, как ты живешь там, в Севастополе. Ох, у тебя какой-то беспорядок, на душе мне чуется. А день сегодня ясный, холодный. Я с тобой. Твоя Эл. Что значит эта буква? Любовь? Кока, дружочек, вот мы опять вместе. Уже вечер. Мне немножко кружится голова. Мы пили глинтвейн, ужинали, но подъема настроения не было. Елочка у нас большая, славная. И убрали мы ее только хлопьями ваты, серебряным и золотым дождем. Зажгли свечи, посыпали слюдой, и вышло оригинально и красиво. А мне хотелось плакать. Думала о тебе, и хотелось быть с тобой. Ах, Николай, Николай, что же дальше-то будет? Когда мы увидимся? Будь здоров, счастлив, весел. Счастливого Рождества, моя радость. Бог с тобой. Спи спокойно. Я твой ангел. Я кружу над тобой. Лиза. Севастополь, Нахимовский бульвар. Ах, как я гулял тогда по Нахимовскому бульвару. Молодость, где ты? Быстро, как волночь, дни нашей жизни. Именно на Нахимовском бульваре встретил я тогда своего товарища по гимназии Санечку Шпаковского. Его только звали Санечка, а сам был дьявол, чистый черт. Что мы с ним творили? Что творили? Милый, сдали упырить, тебе и ухариться. Эл, плавай, иди, до свидания. После стычки с братьями одной особой мне некоторое время противопоказано было представать перед фотографическим аппаратом. Да, бедная Лиза, разумеется, я не мог выслать просимой карточки. Бедная бабушка! Она тосковала здесь, в глуши. Надеюсь, это останется между нами. Николай Львович, вы имеете дело с джентльменами. Хотя, какое это имеет значение сейчас? А все же я нашел выход в рассуждении фотопортрета. Я снялся в профиль. Дорогая дама, я как-то встретил газету «Одесские новости», которая навела меня на сильные впечатления. Именно же я прочел в объявлениях «Северный ресторан», и я вспомнил тот счастливый для меня вечер, в который я последний раз провожал тебя в Палермо. О, дорогая, я не в силах больше писать. Твой мальчик, Кока, пиши скорее. «Северный ресторан». Вот, смотрите. В этом письме я прислал ей карту вин, понтехане, гобарсак, юа гала, юа грангала, юа брют, юа эрген, ортвейн, вермут. Во время обедов и ужинов румынский оркестр под управлением Матаки. Интересно, а как эта улица называется сейчас? Так и называется, Нахимовский бульвар. Что вы говорите? Севастополь, общий вид братского кладбища. Метродотель Жорж. Вы об этой карточке говорили. Да, это я, проклятый портрет. У вас очень удачный профиль. И вы, Лизоньки, от любящего Кохи. Придворная фотография величества Шаха Персидского, ее величество короля сербского, ее высочество эрцгерцога австрийского, ее высочество князя Черногорского и его высочайшего наследника, принца Швеции и Норвегии, дом братьев Вайнер в Севастополе, а вы не ангел. Я был большой жох, почаще прекрасного пола. Извините.
А это не такой уж порог. А вы нехороший, нехороший. Маленький обман и мелкие шалости – непременные условия в любовной игре. Они придают мужчине боевую форму. Это сила козел, мадам, выпища. Это сила козел, мадам, выпища. Но в нашем битве на броле карьере про полную печаль. Мадам, месье, мадам, месье, мадам, месье. Слушайте, молодые люди, старого гуляку с дореволюционным стажем и не судите строго. Вот! Я нашла. Николай, после того, что мне стало известно, наши отношения не могут оставаться прежними. Я вас прошу, не приезжайте и не пишите. Я не хочу вас больше... Что? Что вы читаете? Написано. Я не хочу вас больше видеть. Какие слова? Написано. Гостиница «Морская», господину Крекшину, Н.Л. Теперь... У меня лишь две просьбы к вам. Первое. Ни в чем не винить Санечку Шпаковского. О вашем сватовстве и последующей истории с братьями я узнала от самой Люси, которая является моей дальней родственницей, и сама мне обо всем написала, прося совета. Вторая моя просьба заключена в том, что... Мне хотелось бы получить от вас обратно все мои письма. Ради наших прошлых отношений сделайте это. Пусть хотя бы в виде этих писем сохранится в моем доме тот милый Кока, который когда-то затеял веселую игру в горелки и нашу пару. Помните? Целый вечер так никто разбить и не смог. Вот, наши руки разомкнулись, в ее глаза потухли блестки, и как тогда в игре в серсо. Помните, она поправила прическу и прошептала: вот и все, мне светло. Прощай. Нет, нет, я не получал. Елизавета Шерманская, 21 августа 1916 года. Нет, нет, я не видел. Дальше. Нет, нет, что это? Не может быть, откуда? А знаете, что я вам скажу, уважаемый Николай Львович? Вы не просто так приехали сюда. Нет, не просто так. Я не получал. Я вижу первый раз. Вы мне не верите? Написано. Никогда. Послано. Увольте. Ох. Это письмо не посылали. Штампа нет. Успокойтесь, оно не было отправлено. Нет, нет, все не так. Это волна, волна, вихрик. Я был в Севастополе, парус хлопал. Потом я вернулся. Лизонька встретила меня холодно и попросила больше не появляться в этом доме. История со сватовством. Это было так. Рот шутки, Роман, ну поди. Поветрие, морской ветер, он нес. Нес! Меня занесло! Я вернул письма, Лизонька попросила, я вернул, но потом позже я получил прощение. Она простила меня, простила! Вы мне не верите! Вам верят, успокойтесь. У Лизы был характер! Ах, ты не бабушку! Севастопольский вальс, это вообще... Швед должен знать. Не сыграть ли нам в горелки, господа? Браво, браво. Николай Львович нам покажет. Вы мне можете не поверить, но я чувствовал, что в природе есть это письмо. Какая-то непонятная тоска подсасывала меня еще там, в Севастополе. Это невероятно. Ей стоило написать здесь это письмо, как я там, за сотни верст уловил печальную ноту. Серсо летело на столе, серсо летело. А вы нам тут о любви до гроба декламировали. Она простила меня, простила.
Однако было бы несправедливо с нашей стороны упрекать кого бы то ни было в том. Но и нас. Не надо винить, что мы любим, чтобы вместе жить, а не для того, чтобы вместе умереть. В наше время умирают от недостатка любви, а не от ее избытка. Как сказал старик Лизневский, на свете много есть всего. Никто не хуже никого. Кто такой Лизневский? Швед должен знать. Господа, а почему Бергман? Фамилия шведская, а Фердман еврейская. Почему балалайка? Зачем ее взял? Какая глупость. Я был женат 4 года, освободился досрочно. Срочно до? Юбилеев. 10, 20, 25. Лучше высшие меры. Ах, ты жена-ненавистник. Конкретно моей бывшей жены я ненавистник. Отдайте же мне это письмо. Я наконец его должен получить. Почерк у нее прелестный. Жаль, букву Яч отменили. А я раньше в детстве, когда старые книжки смотрела, думала, что Ять — это мягкий знак. Очень смешно получалось. Христос! Воскрес! Это буква. У нее особенно пикантно выходила. Когда я читал ее письма, эта буква была для меня как поцелуй в конце слова. Яблочек катился вокруг огорода. Кто его поднял, тот воеводы, воеводский сын. Вышел, он пошел. Браво, браво! Это горело. Это только счет, а потом... Что потом? Ну, рассчитались. Как потом? Как играли? Гори, гори масло. Гори, гори ясно. Взглянь на небо. Птички летят, колокольчики звенят. Гори, гори ясно, чтобы не погас. Все соединяются парами, а горельщик стоит впереди и стоит спиной. Ему говорят, чтобы не погас. Задним паром пишет ерел, а горельщик ее ловит и не дает слова соединиться. Вот и все. Вот и все. Я думал, там целуются. Это ты с бутылочкой перепутал. Стоя сзади, мы, конечно, целовались. Поэтому мы не оборонялись своих дам от горельщиков. У взрослых то же самое. То же самое, только присказка другая. Любишь? Люблю. Купишь? Люблю. Покупай. Нас с Лизой никто не мог догнать. Я всегда обману горельщика. Встану вперед, тут уж Лизонька. И мы снова держимся за руки. А горельщик, значит, снова лови. Гори-гори пень, потом гори. По тебе душа красавица. Любишь? Люблю. Купишь? Куплю. Покупай. И держи, а я отловлю, и поймал, и поймал. И поймал. Николай Львович, Николай Львович. Ну вот, расстроили старичка. Дорогая Наденька, я имел слабость просить вас разрешения вам писать, а вы легкомыслие или кокетство позволите мне это. Ваш приезд в этот дом оставил во мне впечатление глубокое и мучительное. Этот день стал решающим в моей жизни. Чем более я об этом думаю, тем более убеждаюсь, что мое существование неразрывно связано с вашим. Я рожден, чтобы любить вас и следовать за вами. Всякая другая забота с моей стороны — заблуждение или безрассудство. Рано или поздно, не верите, мне придется все бросить.
и пасть к вашим ногам. Милая, прелесть, божесть, а еще, ах, мерзко. Знаете, я испытал на себе все ваше могущество. Вам обязан я тем, что познал все, что есть самого судорожного и мучительного в любовном опьянении, и все, что в нем есть, самого ошеломляющего. Если мы когда-нибудь снова с вами увидимся, обещайте мне. Нет, не хочу ваших обещаний. Сейчас вы прекрасны. Так же, как в час переправы, или же на антресолях, когда ваши пальцы коснулись моего лба. Это прикосновение чувствую до сих пор дерзко, влажное. Но вы увянете. Эта красота когда-нибудь покатится вниз, как лавина. Ваша душа некоторое время еще продержится среди стольких прелестей, а затем исчезнет. И никогда, быть может, моя душа, ее боязливая рабыня, не встретит ее в беспредельной вечности. Однако, взявшись за перо, я о чем-то хотел просить вас. Уж не помню о чем. Ах да, о дружбе. Эта просьба очень банальная, очень. Это как если бы нищий попросил хлеба. Но дело в том, что мне необходима ваша близость. Прощайте. Божественное. Я бешусь у ваших ног. Весь ваш, Владимир Иванович, по скрипту. Среди моих мрачных сожалений меня прельщает и оживляет лишь одна мысль о том, что когда-нибудь у меня будет клочок земли в Крыму. Вопрос. Там я могу совершать паломничество, бродить вокруг вашего сада, встречать вас, мельком вас видеть. Проклятый приезд, проклятый Дорогой мой, это что? Мимо мой незабвенный Петенька. Рука моя с трудом повинуется мне, когда я пишу эти строки. Сегодня я вспомнила всю нашу с тобой жизнь. Для меня это так и звучит. Жизнь. И мне она представилась одним сплошным ожиданием твоего звонка. Постарайся понять меня, я женщина. И хотя мне тогда было столько, сколько сейчас надо, я вполне могла представить себе сегодняшний день, когда мне столько, сколько мне сейчас. И ничего хорошего я не видела в этом дне. Я опять сижу у телефона, а ты снова где-то. Милая, это невыносимо. Жизнь наша так пуста и отвратительна. Мне такое счастье любить, быть рядом, дорогой.
Дорогой, разве можно добровольно от этого отказываться? Я не знаю, что почувствовал ты после нашего последнего разговора. Я тоже, что в детстве. Неожиданное выбрасывание какого-нибудь предмета из окна курьерского поезда. Пустота руки, только что выбросившей в окно поезда. Что было и нет, и уже не видно, и не вернуть, и не вернуться. Все. А твои мягкости, о, ты ей откупаешься. Затыкаешь этой мягкостью дыры ран, тобой наносимо, хоть и добр, ты мягок, ты мечтательный. Я не мыслю тебя ни воином, ни царем. Теперь важнейшее. О, Петр, Петр, как я вечно о тебе думаю. Физически оборачиваюсь в твою сторону за помощью. Видно, счастье так мало создано для нас, что мы не признали его, когда оно было перед нами. Не говори мне больше о нем, ради Христа. Я так много хотела сказать тебе. Написать об этом невозможно. А сказать еще невозможнее. Сил тебе, счастья. Алюша. Петя, душа моя, здравствуй. Этим письмом хотел напомнить тебе, что в понедельник вдруг к нам на службу идти. Приниматься за дело, которому мы совместно посвятили вот уже более 10 лет. Поприще наше для России не безразличное. И дело свое исполнять мы должны с отменной добросовестностью и отвагой, равно как и с осознанием предназначения своего. Хотя не всегда. А результаты трудов наших совпадают с тем идеалом, который виделся нам при начале. Ты пишешь, вот тебе грустно, что не удовлетворен трудом своим, что судьба твоя зависит от людей тобой неуважаемых, от моментов тобой неприемлемых, что я скажу тебе на это, а может быть, ну их. То есть не пробовала ли ты, душа моя, не думать об этих людях и моментах, выкинуть их из головы, что их держать? Черт с ними, а? Пошел козел в кооператив, купил козел. Смешно, ты уж не правда. А еще, душа моя, Петруша, не снился ли тебе когда-нибудь такой сон? Ходишь ты в дом, в нем праздничный вечер, ты в этом доме не бывал прежде, пробегаешь в первый зал еще несколько, все на освещение, доходишь до последней комнаты. Толпа народу, кто за ужином, кто за разговором, я там сижу в углу, наклонившись, кого-то шепчу, необыкновенно приятное чувство, и не новое, а по воспоминанию мелькает в тебе. Ты повернулся, где такой, обратился, вдруг я из той же комнаты к тебе, навстречу, первое мое слово, ты это петушок, как переменился, узнать нельзя. Я увлекаюсь на узъемную длинную боковую комнату, головой преклоняюсь к твоей щеке, щека у тебя разгорелся, и подивись. Мне туда стоило наклоняться, чтобы коснуться твоего лица, а ведь ты всегда был выше меня гораздо, но во сне величины искажаются. А все это сон, не забудь, сон! Тут я долго приставал к тебе с вопросом, написал ли ты что-нибудь для меня. Вынудил у тебя признание, что ты давно отшатнулся, отложился от всякого дела, а охота нету, манит. Дай мне обещание, что напишешь, что тебе угодно, сам знаешь. Когда же должно быть готово? Через год. Непременно обязываюсь, говоришь ты. Через год. Клятву дай, говорю я, и ты даешь ее с трепетом в 1 минуту. Малорусый человек, в близком от нас расстоянии, но которого ты не довидел, внятно произнес эти слова. Лень губит всякий талант. А я обвинялся человеку. Смотри! Кто здесь? Он поднял голову, ахнул, с визгом бросился к тебе на шею. Дружески тебя душит, душит. Ты пробуждаешься. Хочешь опять позабыться тем же страшным сном? Не можешь. Выходишь освежиться. Чудное небо. Нигде звезды не светят так ярко, как в этой скучной местности. Наконец, ветер подул сильнее, ночная стужа развеяла твое беспамятство. Затеплил ты свечку в своей храмине. Садишься к столу и живо помнишь свое обещание. Во сне дано наяву исполнится. Да так ли уж, Петруша? Так ли уж? Впрочем, остаюсь твоим преданным слугой, Паша.
Дорогие мои друзья, милые колонисты, Валюша, Надя, Ларс, Владимир Иванович, Паша и глубокоуважаемый Николай Львович Крекшин, руководимый таинственным инстинктом, я дерзаю спросить всех вас разом и торжественно, признаете ли вы меня достойным внимания вашего? Если скажете «да», если вполне согласны со мной, то позвольте назвать вас друзьями своими и до конца исполнять священные условия дружбы в отношении вас. Я же получил от вас сегодня подарок бесценный в сегодняшний день. Что особенно в этом дне? День этот есть день вполне обычный, но ни в видимых знаках дела, ни в совместных прогулках в саду, ни в бодрых кликах дружеского застолья, а в том, что в сообществе нашем скрыт знак невидимый, ощутимо знамение, явственно проступает линии небесного чертежа. Если лет 20 тому назад меня бы спросили, что такое Отечество, я не задумываясь ответил бы, это все люди моей страны. В детстве счастье представлялось мне так. Ранним прохладным утром, предваряющим жаркий городской день, мы в белых майках и легких летних брюках собираемся в своем дворе, чтобы идти на демонстрацию. На всех балконах люди, они вышли проводить нас, приветствовать нас, и высокий колодец двора полон радостных возгласов, летящих сверху вниз и снизу вверх. И вот мы выходим на улицу, на жаркое солнце, мы вливаемся в общую колонну людей, таких же, как мы. Мы идем и поем. Дошли годы. И мне все труднее и труднее становилось отвечать на вопрос, мы проходим по проспектам и садам. Я никогда не был за границей. Я не знаю, как живут люди там, для меня все здесь. Если где-то на необитаемом острове некуда пойти, не с ним посидеть за одним столом, поговорить, то это нормально, это можно понять. А если здесь, где ты родился, где ты живешь, пройдет еще 10, 20, 30 лет, куда мы придем, какой дом, каким людям, кто примет нас, как братьев своих, кто омоет раны наши, кто успокоит наши растрясенные души. Мы никогда не думали об этом. Или думали, любой дом примет нас, любая крыша укроет от непогоды. Отечество представлялось нам первомайской демонстрацией, коллективной поездкой на речном трамвайчике по Москве-реке, с певкой огромного хора на стадионе. Милые мои, друзья, дорогие колонисты, сквозь слезы радости гляжу я на вас из горечи, взглядываю в собственную душу. Кто остался у нас, кроме нас самих? Мы у себя лишь оставили. И вот мы сидим здесь, несколько человек под одной крышей. А может быть, это и есть наше Отечество. Случай собрал нас вместе, момент усадил рядом друг с другом. А может, не случай, не момент, а судьба. Ухватиться за край стола это мы должны, и кровь из-под ногтей, держаться, держаться, не отпускать. Вот когда сможем удержаться, когда сможем без боязни оставить края стола этого, когда пройдет по рукам круглая чаша красного, как кровь, вина, и каждый пригубит ее, сквозь стены эти мы услышим музыку небесных сфер, сквозь крышу дома этого нам покажутся звезды. Не хочу писать в конце своего письма, моего письма к вам слово «прощайте», и даже «до свидания» мне не подходит. Мы не расстаемся никак. Ваш петушок.
саду у дяди кардинала, пленяя грацией манер, маркиза юная играла в серсо с виконтом Сент-Альмер. Маркиза юная играла в серсо с виконтом Сент-Альмер. И были жаркие их объятья, пока маркизу не застал. За этим сладостным занятием почтенный дядя кардинал. За этим сладостным занятием почтенный дядя кардинал. Дорогие мои друзья, милые колонисты, пишу вам, потому что у меня нет никакого другого адреса, по которому я мог бы написать, да и не уверен, получите ли вы мое послание. В чем можно быть уверенным в такое время? Как я попал сюда, мне трудно объяснить, но я всегда попадал в самые неприятные ситуации. Уж это будет последней. Это война! Война одиноких людей! У каждого на склоне горы своя глубокая бетонная нора. И время от времени, когда наши геликоптеры и аэропланы отгоняют огонь со склона горы в долину, мы выскакиваем и перебегаем в следующую бетонную нору, где только что сидел скрюченный человек, после которого здесь ничего не осталось, даже окурка, потому что курить в таком аду не хочется. И нелепо, и жутко видеть в этой нехристианской стране наших сестер милосердия, их ярко-красные кресты, надуманно крахмальных чепцах, каким-то непостижимым образом сохраняющих свою девственную, довоенную белоснежность. И еще, я не могу привыкнуть к здешним деревьям, которые от этой войны, от отравляющих газов, от взрывов сошли с ума, потеряв все свои природные инстинкты. Они расцветают и опадают несколько раз на дню. И поэтому мне кажется, что здесь, на этом склоне, я уже много-много лет и состарился, и никак не могу умереть, хотя это так просто сделать. Однако, не горюйте обо мне. Здесь, на этой войне, человек исчезает сразу, словно спичка, зажигающая газовую конфорку. И когда придет моя очередь, я вспыхну. Может быть, там у вас, на кухне, сам собой зажжется газ на плите. Поставьте тогда на этот огонь чайник и попейте чайку. И пусть все будет, как в тот святой вечер. Надя пусть сидит в старинном бабушкином платье, а Николай Львович наденет свою шикарную шляпу, европейский фасон. Не забудьте также свечи. Кажется, они были у нас в тот вечер. Да, пусть обязательно будут свечи, потому что когда вы получите это письмо, которое я сейчас заканчиваю, скрючившись в своей бетонной норе, сожгите его! Сожгите! Сожгите его! Я скверный играл в сердце. Никогда не успевал подставить свою шпажку вовремя. А появился тут один студент, запамятовал, как его звать было. Студента того превозмочь в сердце никто не мог. Но как-то ловко кольцом масса закручивал, что ли, и поймать его никакой возможности не было. Не обращайся на меня совсем внимания. Я подам знак, когда могу. Я сожалею, что сделал это, но сам план ловил превосходно. Куда ему не кинь, он бежит, если не схватит такой счет. А сырсой нужно по-французски. Одной лисе он бросал кольцо так, что оно само нанизывалось на шпажку. Такой черт! А нас заставлял бегать по всей площадке, и все равно мы проваливались. А меня брат не проведет. Однажды тут под вечер он предложил сыграть сарсо. Он всегда предлагал сарсо. Все наши игры были неинтересны. Глянь,
Можно мне поставить канделябр сюда и отмерить от него примерно 4,5 карус русский шар? О, кольцо, кольцо, ко мне. Нет, это другая игра. Ну, кто со мной? За Сэрсо? Взялись тогда искать Сэрсо, а его нет. И там, и здесь начали играть горелки. Тут уж мне равных не было. Студент тот заскучал, заскучал. И исчез, исчез. Ждут, когда наши руки снизили. В тот вечер так никто разомкнуть и не смог. А Сэрсо я под мантилью. И на чердак спрятал под стропилами. Поняли? Фокус, фокус. Я должен переодеться. Мне... Я бурнул, мне надо снять. А ты что? Конечно, конечно, вам понравится. Мы сыграем, вам всем понравится. 60 лет прошло. Причем под носом у того студента. Пошел я Лизонькину мантилью в дом относить, а кольцо и шпажки под мантилью. Чуть ли не на глазах у нашего студента. Он с ней разговаривает, она раскраснелась. Поэтому и попросила меня мантилью в дом отнести, а я кольцо и шпажки под мантилью и на чердак спрятал под стропилами, а потом вернулся. Как ни в чем не бывало, где Сэрсо, где Сэрсо, а где Сэрсо, нет Сэрсо. Только что здесь было, только что здесь было. Было и сплыло, нет Сэрсо и нет. Играем в горелки. Я исполняю со своей постоянной партнершей и столь же постоянной спутницей всей моей 40-летней жизни. Вы ее все очень хорошо знаете. Крошка, прошу! Мы начинаем уже на сцене. Что ты там ковыряешь? Жарко. Что это за поведение, а? Это что в самом деле? Какая же ты все-таки дрянь, а? Зачем я с тобой связался? Выходи. Место. Место, я сказал. Место. Дрянь. Давай, смелее, смелее, смелее. Вот так. Ну что, помиримся? Как ты себя чувствуешь? Рад тебя видеть. Перехожу на английский. Right window!
темноте сломаем. Ну, я обещал, как просил. На вечер даже не видно. А еще у тебя штаны из перьев. Да, прямо из них. Можешь включать свет? У меня фонарик. Хорошие чувства. Мотылек. Пыльца на пальцах.
Надеюсь, он хорошо запрятал это сердце. И у нас еще есть время. Смотри, смотри, какой красивый шарф, я себе сказала. Дарю. Теперь на тебя обратят внимание, молодые девушки. Я распущу шарф. Мне шарф не надо, я снова свяжу. А я снова распущу. А я опять. А я снова. А я снова. Вот так и старость подойдет. Учти, я состарюсь так же. Я тебя догоню. Я буду ждать тебя у двери на чердак. Почти стихи. Хорошо? Хорошо. 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 И они увидели дом, и он был хорош. И многие из них поднимались наверх и останавливались у двери на чердак. А чем плохо? Хорошо. А потом мы возьмемся за руки и смело вступим в темноту. Смотрите, вам это будет интересно. Вы спортсмен, и я спортсмен. Вот. Белые брюки, английская ракета в руках. А знаете, что я вам скажу, уважаемый Николай Львович? Лаун-теннис. Вы не просто так приехали сюда. У нас это называлось лаун-теннис. Нет, не просто так, очень боитесь снять пиджак. Я старик, у меня холодная кровь. Что у вас в кармане? У меня? У вас. Молодой человек, как вы со мной разговариваете? Я все знаю. Там ничего нет. Я занимался телепатией, милостивый государь. Знаете, что это такое? Я приехал просто так поклониться. Ладно, пошутил, не бойтесь. Поклониться пенатам. Никаких телепатических способностей у меня нет. Здесь мне все знакомо. Успокойтесь. Вы не имеете права. Дышите воздухом, гуляйте. Как вы смеете? Нынче отменная погода, неправда. Да, я приехал сюда. Не просто так. Хотите, дышите. Хотите знать, что у меня в кармане? Я гуляю и дышу. Вы здесь самый серьезный человек. Я же сказал вам, я пошутил. Мне нужен совет. Запрещали с детских лет нам познать страстей секрет, но волнует кровь. Вообще! Хотите знать, что это такое? Это брачные свидетельства. Брак Елизаветы Михайловны Шампанской и Николая Ивановича Клепчева. Завести он 17 мая 1922 года. Печать местного сельсовета. Поздравляю. Вы прожили с ней 8 дней. 17-го, 20-го мая. Невеста пожелала оставить за собой свою фамилию. А теперь я проживаю в Брянске. Красивая фамилия. Вы остались сыночками. Девочка моя, приемная дочь. Но это мы нам уже подходим. Подклеить надо вот здесь. Я хранил его в газете. Что, не действительный документ? Спрячьте его, как
Нет документов, да, на сектор лежал в шляпе, шляпа в коробке, коробка разгоняли. Чего не было? Квартира, квартира, Брянске. А вы знаете, какой это город? Брянск! Молодой человек! Вам никогда не дашь ваших лет. Раньше здесь, в комнате, в укропе, миссию, стоял кровельщик с полоточкой, и мы почти мальчишки по дну отлучались в комнату и прикладывались к рюмочке для храма. Сами спасали, кровельщики сами потом. Если следствие не поздно оспорить, видишь, куда следить. Работал в Иркутске комендантом общежития. Воскресенье было, я проснулся чуть позже обычного и лежал на койке, глядя сквозь окно на голубое небо. Только начиналась весна, и я проснулся с каким-то светлым чувством и не мог понять, в чем дело. Потом я услышал ко-ко-ко, куры под окном, ко-ко-ко-ка. Мне послышалось кока. Вдруг я вспомнил, это же я, кока. И я метнулся через всю страну. Вы не поверите, бросил все и метнулся. Тут уж было полное лето. Она копала что-то в огороде. Вокруг ходили куры, ко-ко-ко-ка. Потом мы пили чай с вареньем. У нее была маленькая баночка земляники, сваренной на меду. Было тихо. Ложечка упала, я думал, рухнет дом. Земляника на меду и как? В воскресенье мы расписались в сельсовете. Мы прожили с ней неделю и еще один божий день. Это трудно объяснить. Я понимаю. Жизнь. Молодой человек подбрасывает нам кроссворды, и пока их разгадаешь, проходит десятки лет. Мне надо было возвращаться в Иркутск, чтобы потом осенью вернуться сюда, в этот дом, уже навсегда. И я снова метнулся через всю страну, вы не поверите, в свой край земли. И тут в июле в жару произошла одна дурацкая история. Я вынужден был спасти женщину от смерти. Спас ее и тем, что стал жить с нею семейно. Правда, она уже скоро и умерла от дизентерии. Но в этот дом я больше не вернулся, а той другой осталась ее дочка, за которую я нес полную ответственность. Кроссворд. Вы меня осуждаете? Нет. Вы мне сразу отличились от всей молодежи. Мне интересна история вашей жизни. История? Вашей жизни. Спасибо. За что? За то, что вы мою жизнь назвали историей. Я бы ее так не назвал. Это были какие-то... лоскуты. Сначала кружева, кружева, а потом лоскуты, лоскуты. Здесь мы играли сырцо, горелки, гимнастических полотняных гимнастерках, лаун-теннис. Но потом игры кончились, и началась новая жизнь.
Я ничего не умел, но я пошел. Служил в конторе однажды в банке, когда-то отец научил меня немного играть на валторне, но моей науке оказалось достаточно, чтобы исполнять марши на демонстрациях. Тогда медная музыка была в моде. Потом в Иркутске был комендантом общежития, об этом вы осведомлены. В Туркестане строил железную дорогу. На войне не был никотин. На станциях оформлял эвакуированных. Выдавал эвакодокументы. После войны в железнодорожном училище инструмент учащимся выдавал. А теперь я проживаю в Брянске. Ее мать отдельно, совсем отдельно, на Дальнем Востоке. Не переписываемся даже свои дела. В свое время она оставила мне свое дитя, и теперь возобновлять родительские отношения. Поздно! Поздно! Мне всегда жизнь подбрасывала варианты. Я не выбирал варианты. Я сам был вариантом. Не своя жена. Не своя дочка, не своя внучка, не своя правнучка. Вот такие у вас купит. А вы говорите история. Мы страдали. А страдания всегда принадлежат истории. Мы живем в одной комнате, внучка скоро родит. Вас станет четверо. Конечно, если она произведет на свет двойню. Нынешние молодые девушки не стесняются иметь ребенка без отца. Кризис института брака. Просто не сложилось. Учтите, ваш правнук. Или кто там родится. Жить так, как вы, не захочет. Это будет Кохановый. Он возненавидит вас. За что? За свое некомфортабельное детство. А я расскажу ему, и он поймет. Нынешние молодые люди, я заметил, очень нежные. Его дед устоял. Он оценит. Оценит? Вот он, ваш нежный правнук, делает уроки. А на другом конце стола его мать... гладит дедовы кальсоны. Она брызгает на них водой изо рта, и отдельные капельки долетают до мальчика и попадают ему на лицо. Отвратительное ощущение, должен вам заметить. И за это он будет вас любить. Ты всегда мечтала, что сгораю. Вот, не надо было плохо читать. Я вас боюсь. Если он кого и боится, милостивый государь, то самого себя. Могли бы всю жизнь прожить в прекрасном доме. С прекрасной женщиной. Могли бы всю жизнь спокойно играть в сердце. Да, я жил не очень. Послушайте, у меня было отвратительное детство в смысле условий. И что хорошего? Дети, чистые дети, побежали за сорсо. У меня затылок холодеет вот тут. И между пальцев чешется. Не желаю вашему правнуку или кто-то родиться этого холода. Лучше согрешите вы, а он войдет в жизнь чистым, без этой нашей коммунальной чухи. Турнир по лаун-теннису, я был четвертым, мою фотографию поместили в теннисном журнале.
Они тут жить не будут. Почему? Я вам говорю. Вы обратили внимание, как петушок выходит из дома? Что ты так и толкает его в спину? Это не сквозняк, просто... Поиграют в сердце, разъедутся, а дом пропадет. Мне жалко этот дом. По вечерам она приходит домой и вяжет. Я читаю, она вяжет, телевизор работает, но мы в него не глядим. У нее почти нет подруг, тем более знакомых мужчин. Я спрашиваю ее: душенька, кто же он? А она мне: господин Грекшин, почитайте лучше вслух. И я снова становлюсь вариантом. Я сам однажды чуть не женился, спасла меня ноздря. Представьте, как ты, смотрю на эту мою невесту сбоку и вижу, не нравится мне ее ноздря. Какая-то отвратительная ноздря. И она ею дышит. Больше мы не встречались. Зачем вам этот дом? Вот там, наверху, был флюгер такой. Видел садик от голых с саперками. В каждой руке по саперке. У меня к вам предложение. Продайте мне этот дом. Ветреным днем саперки крутились, как бубер. Родиться правым к вам в одной комнате тесно будет. Врачи сказали, будет девочка. Мы два человека. Мне нужен дом. Вам нужны деньги. Поступим резко. Резко. Спокойно лежала под шестым стропилом. Я пропал. Я пропал. Сколько лет прошло. Революции, пожары, войны, города исчезли, а эти деревяшки уцелели. Зачем? Парит! Теперь вполне можете снять пиджак. В консультации сказали, будет девочка. Ну как можно знать, кто там сейчас? Флюгер в виде всадника остроумно. Можно воспроизвести. Как тут пахли метеолы по вечерам. Так где, вы сказали, была клумба? Молодой человек, я согласен. Вышли сам пилоты на истерлич.
сиськи пора. Серце, серце, і перед пастю гільйотини. Десь так мішок для голови, палець галантностью старинной, просил ее готовы вы. Сенсон, сенсон! Ей в глазах потухли блестки. Сенсон, сенсон! И когда умрет сенсон, она поправила прическу и прошептала «Боже, сердце, сердце!» Петушок, выходит, не это. Николай Львович Крекшин является наследником первой очереди. Этот дом принадлежит ему. Дом общий, пожалуйста. Строение продается. Кому? Мне. Тебе? Это правда? Сколько лет прошло революции, пожары, войны, города исчезли, а эти деревяшки уцелели. Зачем? Ты что? Ты проигрался?